Привет, моя хорошая, с вами Селена Свей. И сегодня я хочу с вами попробовать сделать такое украшение для волос, переводная для волос. Я никогда этого не пробовала, но видела, и мне показалось это очень интересной идеей. Я захотела попробовать ее тоже вместе с вами, а не сам на сами где-то в уголочке, а потом только вам выдавать всю эту красоту. Нет, мы будем пробовать все с вами, и все плюсы и минусы этой красоты я вам расскажу. Я одела вот такую кофточку, смотрите, да, и у меня есть вот такие вот переводнушки. Вы, наверное, уже вообще в шоке, да, она и красит. Но я подумала, раз пошла такая пляска, красим волосы, да почему бы и татуировки на них не сделать. Тем более сейчас темный цвет, мне кажется, вот эта вот переливающаяся штучка будет намного красивее, нежели на светлых. Ну, на светлых просто другой цвет немножко подберем. Ну и я что беру? Я беру и просто отрезаю эту красоту. Так. Отрезаем. Будем переводить так же, в принципе, как и обычную переводнуху переводит. Ну, только я не знаю, как она на волосы должна цепляться. В общем, вот такая переводнушечка. Нам нужно ее ровно положить, да, поэтому я ее сейчас так обрежу, чтобы можно было отследить ровность ее. Ну, в принципе, ровненько. Вот будет у нас вот это вот вперед. Может, ее сделать вот так, чтобы она еще выступала немножко. А у меня, кстати, пробор не посередине, вы видите? А чтобы выступала, наверное, не надо. Я вообще уберу эту штучку, потому что, ну, будет сбоку где-то выступать. Выступала бы она посередине, было бы симпатично. Но я не хочу посередине делать пробор. У меня будет здесь, как знаете, объем, а с другой стороны нет. Ну, что мы делаем? Мы снимаем вот нашу вот эту штучку, пленочку. Не знаю, что получится. Вообще, мне, честно говоря, кажется, что она не переведется вообще. И наклеиваю. Так, зеркало где? Наклеиваю на нашу голову. Ой, мама. По-моему, криво чуть-чуть наклеила. Хоть бы получилось, хоть бы получилось. Беру, естественно, водичку нашу. Блин, сейчас волосы будут мокрые. Что-то я об этом не подумала. Ой. Ой. Капает. Сейчас малой проснется вообще, и это будет этаж. Ну. Капля капает с носа. То есть перед тем, как стать красивыми, нам нужно вот такими сначала нелепыми побыть. Ну давай уже. Нет, не хочет. Ага, неужели не получится? Блин, я уже сейчас это вот. Что-то не так нужно делать. Ну давай же. Прилипайся. Я же мокрая вся. Почему ты не прилипаешь? Вот я же научила там. Ты мне там зеркало, я смотрю. Чё? Чё за фигня? Может, это не работает тема? Вообще? Может, сзади нужно? Как её потом снимать? Сзади я вообще не увижу. О! Вау! Я уже отчаялась была. Ой. Ой. Здравствуйте. Так. Вау! Ой, представляете? Идея на Новый год, отличная, супер. Только хорошо, если пробор будет посередине, хотя неважно. О, мама, она вообще такая тоненькая, ее очень легко смахнуть, нужно очень быть неаккуратной. Ой, красота, ой, красота. Такая вся мокрая. Ну как вам? Как вам? Как вам эта красота? Скажите мне.
Ну, в общем, вот вам идея на Новый год. Прическу, да? Можно еще что-нибудь закрутить такое здесь. Не прическа, а украшение на Новый год. Закрутить что-нибудь там. Да, и будете вы как, ну, какая-нибудь египетская царица. Ну, все. Все очень просто это работает. Лайк, подписка. И увидимся в следующем видео. Сегодня было супер короткое видео. Пока. А, совет. Совет также от моей подписчицы Александры. Она пишет, причем я этот совет тоже знала очень давно. Если у вас нет кисточки для хайлайтера, вы можете использовать любую кисточку, которую вы, допустим, румяна накладываете, да, и просто невидимками заколоть с одной и с другой стороны. Может, даже с одной хватит там немножечко, да, припудрить. И она вот так вот веером распушается. Распушили и закрепили невидимочками. А вот и получается кисточка для хайлайтера. Так что можно даже просто поэкспериментировать. Я этот совет очень давно знала, и действительно, это хороший совет. Спасибо, Александра. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Так, реально, как я буду это снимать? Вот оно подсохло уже. Хоть бы оно так целиком не снялось. Потому что если кусками, то это вообще не важно. Вот какие-то куски остались. Блин, а прилипли. Что там происходит у меня? Не вижу ни черта. Где? Чувствую, что осталось-то. Да? Вот. Блин, прилип. Блин. Хорошо, что я вовремя решила вот это вот. Бляха-муха. Водой, наверное. Так хрен оторвешь. Реально не оторвешь с волосами только. Все, надеюсь. О, эксперимент.